Миссия и статус педагога, ценности национального образования, его доступность и качество. 500 учителей и директоров школ со всей России приняли участие в форуме Общероссийского народного фронта «Качественное образование во имя страны». Мероприятие прошло в Пензе. Его посетили министр образования Дмитрий Ливанов, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, сенаторы, представители Госдумы. Но главным гостем форума стал президент Владимир Путин. Кто из курян принял участие в мероприятии и о чем педагоги рассказали главе государства? В течение двух дней специалисты посещали мастер-классы, выставки, обменивались опытом с коллегами. Наш регион представляли два педагога – Наталья Ковтанюк и Алексей Теплов. В интерактивной форме участники обсудили и самые актуальные проблемы. Вы знаете, что после 25 лет работы учитель может пойти на досрочную пенсию. Предложение, которое звучало на площадках, разработать комплекс мер, которые позволят поддержать учителя, когда он сможет выйти по привилегированной ему досрочной пенсии. На дискуссионных площадках было высказано более 1000 предложений. Часть из них озвучили президенту Владимиру Путину. Педагоги отмечают, форум стал площадкой для открытого диалога с властью, где мнения участников могут повлиять на формирование государственной политики в сфере образования.